Они доказали, что умеют не только варить борщ, печь пироги, присматривать за детьми, но и управлять бизнесом, пусть пока и небольшим. В Владимире выбрали лучшую маму предпринимателя. Проект реализуется при поддержке общественной организации «Опора России». Участницы – женщины, находящиеся в декрете. Каждая имеет свою бизнес-идею. Создание пекарни, фотостудии, детского ателье, салона красоты. Одно из главных условий – начинание должно быть жизнеспособным и нужным. Остальное помогали доработать преподаватели, уже опытные бизнесмены. Безусловно, дать за неделю все навыки бизнеса нереально. Самое главное, что требуется, это маркетинг, то есть кому, что и для чего вы будете это продавать или реализовывать, да, то есть ваша целевая аудитория. Это умение управлять и считать финансами и умение управлять своей командой. В этом году заявки на проект «Мама-предприниматель» подали 53 женщины из Владимира и области. До финала дошли 27 проектов. Уникальных проектов, в общем-то, не так много. Что бы я хотела отметить именно специфику в Владимире? Очень хорошие презентации у всех. Скорее хромают расчеты, потому что, конечно, за 5 дней досконально просчитать бизнес нигде невозможно. Но есть у некоторых четкое понимание, где ниша есть и куда идти. Например, вот проект с новостройкой Березина, по-моему, называется, где нету никакой инфраструктуры, и там необходим детский центр. И там никаких конкурентов нет, и потребность населения очень высокая. Он и социальный, он и бизнес-проект, он точно будет существовать. Финальным испытанием для участниц стала презентация своих проектов. По итогам конкурса победительницей выбрана Юлия Потапова из Александрова. 30-летняя мама двух дочек, она уже пробовала себя в бизнесе. На этот раз Юлия планирует открыть клининговую компанию. Основная фишка нашего проекта – это социальный проект. С другой стороны, помимо получения прибыли, все мои сотрудницы – это молодые мамочки с маленькими детьми, которые сейчас не работают. Но для них важен гибкий график работы, чтобы успеть и заработать деньги, и провести время со своей семьей. В качестве приза Юлия получила сертификат на 200 тысяч рублей. На эти деньги девушка собирается купить необходимые материалы, оплатить продвижение сайта и труд работниц. Екатерина Гаврилова, Стас Трегубов, Губерния 33.